Дося, давай! Скрипит ужасно. Ставьте лайки, если тоже раздражает, когда скрипят качели. Я боюсь высоты! Миша, смотри, это сколько метров над уровнем неба. Мне очень страшно! Мне очень страшно, о май гад! Я не боюсь высоты! Вылезай оттуда, задолбал скрипеть уже! Ура, это шест! Тебе не есть где зарабатывать деньги. Валя! Я не снимай, пожалуйста. Я даю тебе жвачку из, у тебя есть 7 секунд, чтобы открыть ее и надуть шарик. Раз, два, три. Раз, два. Не могу! Четыре, пять, шесть, семь. И помнишь вот этот мандарин? Ты его прекрасно помнишь. У тебя есть 7 секунд, чтобы съесть этот чертов мандарин. Раз, два, три. Раз, два, три. Четыре. Пять. Все, все. Как? Задавай вопрос, сука. Последняя книга, которую я читал. Ты умеешь читать? Да, черт возьми, да. Я не знал. Гарри Поттер. Нет? Нет. Это был 50 оттенков серого. Я листал и читал. Ты читал 50 оттенков серого? Ну, полистал. Уходи. Ты не брат мне больше, уходи. Блять, это твоя книга. Сегодня я вам покажу, как правильно бить яйца. Это, сука, не разбивается. Мне кажется, ты сейчас мне сейчас бошку разломишь. Это тебе не Outlast. О, палмолив мой нежный. Блять! Маха. Фу, оно течет, как будто труп. Да, будто кто-то сдох. Кто самый сумасшедший человек, которого ты знаешь? Не хочу показывать пальцем, но... Да-да! Кто? Кто? Я? Как смешно. На первой странице у Яны Сухова... Что за запинание? Эта страница у меня... Извините, я впервые записываю видео. Скажешь еще одно слово, поешь нахуй! Суть этого челленджа заключается в том, что каждый из нас будет сидеть с закрытыми глазами, и на вот таких вот разных тарелочках мы будем класть на разную еду. Правильно говорить класть. Да. Будем класть. Нет, стоите. Дети, правильно. Стой. Все. Простите, все. Ты добавил ярости? Как вы видите это? Там внизу будет подписано. Мне чертовски интересно узнать, что там такое. Это выглядит очень стрёмно. Где? Так, давай ты не будешь трясти её, пожалуйста. Хорошо. А, что это? Миша, что это? Я не могу это сказать. Это выглядит так стрёмно. Я так ковыряюсь в этой фигне, как будто у меня такое чувство, что я по уши в дерьме. Боже. Миша, мне одному сейчас не смешно. Это так все аппетитно и вкусно. Ну как тебе? Да ладно, рыбки. Хочешь рыбку? Нет. Хочешь рыбку? А, если вы... Хватит! Не надо! Нет, ушки суча! Нет, ушки суча! Ты мне там что-то подсунул, да? Нет! Я руки втяну! Все самое лучшее тебе! Ты что, закрываешь, не угадал?
Почему ты во всем ищешь виновного Кирюшу? То, что... Твой кот, он мне гадит! Не обязательно то, что если у меня есть кот, то это я использовался его помощью. Ладно, угадывай. У тебя есть две попытки, чтобы угадать, что это. Может, это какая-то фасоль. Это не фасоль. Последняя попытка. Барабанная дробь. Пахнет, как будто кого-то... Овощной рагу, может, какой-нибудь такой. Это овощи, может, что-то это. Нет. Это не овощное рагу. Все, ты сдаешься? Я не знаю, что. Открывается, смотри, в чем ты ковырялся. Смотри, Миша. Что такое вообще? Виска, я думал, кого-то сдох. Это что ты? Да ты был прав. Кирюша был очень близок. Так тебе, сука! Копыт ешь! Бон аппетит! В течение 7 секунд ты должен будешь выпить эту банку. Да все. Гамма-колы. Надо посмеяться. Газ. Два. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. О! Мой желудок разъедает. Сейчас взорвется. Он не ел целый день. Аллах Акбар. Подыщи кишки такие. Я больше не дёг. Снимать различные перевоплощения персонажей из мультфильмов. Будет порно. Все... Что? Что? Порно? Кто сказал? Кто? Даша, ну-ка хватит, сука. Твою мать. Дрянь, дряная девчонка. Время съемок никакая Даша не пострадала. И свинка Пеппа. Для свинки Пеппы, вот здесь будет свинка Пеппа. Для свинки Пеппы нам понадобится нос. Миша, что это было? Я типа лежу свинку Пеппа. Не надо, ты можешь ее погладить. Для свинки Пеппы нам понадобится нос, гуашь разных цветов, волшебная палочка. Для Даши путешественницы нам понадобится парик темный каре. Каре. Немножко акцента. Каре. Ладно. Почему? Что? Ассоциации. Ассоциации? Что вот так? Ассоциации? Ассоциации? Что? Ассоциации? Все, давай быстрее. Все. Ассоциации. Что? Лаукарай. Ну, покажись детям. Не убери. Это выглядело не круто. Как вам мои скулы? Йоу, свинка Пеппа рулит. Отец, услышь нас. My name is свинка Пеппа. My name is Пикачу. Что ты ел сегодня на завтрак? Я ел свой хвост. Вот он. Свой хвост? Ты его ел вот так? Боже, какие страшные игрушки! Это кашка. Это кашка. Сейчас напоминает либо вискас. Миша, это вискас? Нет. Кошка вегетарианка делает целый месяц и высрала. Это смешно, блин. Ты просто не видишь этого зрелища. Очень жаль. Это соусы. Нет. Нет? Нет. Сгущенка? Нет. Давай я тогда на вкус попробую. Давай на вкус. Оу, май гад. Дети. Я выживу, если съем это дерьмо? И такой голос Миши шепотом. Что это? Это васаби, детка! Извини, пожалуйста! Печет! Только не на меня, только не на меня, только не на меня! Я не виноват, он сам пришел! Ну, пусть будет лайм, либо трава. Даже выглядит аппетитно. За вас. Трава. Трава. Я вспоминаю своего кота, который ел траву летом. Знаете, потом... какая трава? А потом он перестал. А потом он умер. Под тем же кустом. У меня нету гаража. Это был мой любимый кот, как ты мог? Осторожно, очень серьезный вопрос. Вы понимали роды у кошки? В детстве было где? Да. Ну все, дальше вопрос. Принимали все. Принимали. Потом их топили. Не только. Затвенная ложка. Вот так. Вот так. Вот так. Ты пометил мне. Мой фотик. Смотри, Барона! Ты
Ты меня точно словишь? Падай. Миша, не говори с той стороны. Все? Да. Готов? А! В смысле? Ой, какая случайность! Надо было назад падать. Я думал, ты меня словишь. Блюдок. Как они прическу! Да там Зака была! Это кажется, это вообще... Орна! Помогите. Мой пиздюк. Я не вижу счастья в глазах. Я должен буду тебе довериться и выпить то, что ты приготовишь. Ну что, Мишель? Здравствуйте. Здравствуйте. Волочку. Селедка есть. Не, я не хочу, я хочу, чтобы это было съедобно. Красота. Копайчики. Давай немножко масла. Понюхайте. Димка, получилось понюхать? Люблю. Хорошая вещь. Тухлая? Тухлая. Они плохо. Так, доставай яйца. Тущенки еще дольем. Сладко будет точно. Яков, стоп. Я подыгрываю. Блин, смотрите, как оно течет. Так, у меня на 6 инопланетян, серьезно, ребят. Я возьму тоже ту штучку себе. Каждому по штучке. Каждому по штучке. Меня выбирает обе. Мое просто лицо. Ребят, не удивитесь только, меня хватит на всех. Тише. Штучки давайте убрать. Позвонить в службу доверия и сказать какую-нибудь свою проблему. Прям втирать им. Вон камера, смотреть туда. Привет, маме. Настройся, чтобы тебе поверили. Четко, внимательно, на громкой связи, хорошо? Служба доверия, здравствуйте. Алло, здравствуйте. У меня такая проблема. Я снимаю видео на YouTube. Вот. Я столько не снимаю, сколько я стараюсь, и я все равно не могу допустить свой миллион подписчиков. 3 weeks later. Я просто устал, и мне очень тяжко. Many months later. Вы можете мне чем-то помочь? Потому что я не могу больше так. Почему какие-то блогеры? So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire. Мне очень трудно. Я устал. Пожалуйста, не снимайте, успокойтесь, я хочу вас на другом сайте, как раз можете подождите пару минут. Хорошо. В смысле? Но все равно видно, что мы разные. Мил Брос Чаннел. В конец видео вставим. Жесть. Нет, я губы не делаю. Извини, губы выдают. Губы выдают. Улыбнись немножко, попроси сделать. Нет, не такая улыбка. Не такая, Миша. Давай идем прям уродки-уродки.